Да, где лекарства? Где лекарства, чтобы не впасть вот в подобие тому, что мы видим, да? Сегодня молодежь, она почему-то именно им нравится это, и видно, что им хочется смотреть вот на то, что происходит в этих церквях, им интересно это, они идут в эти церкви, и действительно часто адепты, вот руководители этих церквей, они говорят, что вы находитесь в этих морозильниках, в этих холодильниках? Смотрите, у нас здесь жизнь, у нас здесь все, у нас здесь проявление всех даров Духа Святого. А что вы там видите? Полусонных пастырей, людей, которые проповедуют вам, сами не понимая, что проповедуют и так далее. То есть, понимаете, молодежь действительно не слышит сегодня Слово Божье, они не слышат проповеди. Там достаточно серьезные проповеди. И очень часто люди Понимаю. говорят, что проповеди намного сильнее. Вот сейчас мы видим опять служение, фрагмент служения. Посмотрите на лица. Здесь не скажешь, что они несчастные, спящие. Вы знаете, молодежи слово... не нравится. Вы поймите, а разве в мире молодежи не нравится выступление всех этих рок-музыкантов, которые вводят их в такой экстаз, что впоследствии, когда они нафаршируют их и духами, и словами, и действиями, поведениями, впоследствии что получается, Смотрите на простите? вас, обратите Ну, я внимание. вижу, я знаю, для Вот меня это смотрите, уже опять лицо у знакомо. него, да? Да, лицо. Смотрите, Это искажается лицо. держит, это дух сразил его. Здесь не только то, что вот он поражен, разум поражен, да? Почему служитель в этот момент? Это не служитель. Я его не называю священнослужителем, я его называю конкретно ясно, это лжехристос, это лжеучитель, который будет нести ответственность перед Богом. Пока сейчас сатана его использует, он может хвалиться, хвастаться, преспиритетом и прочее, прочее. Но обычно, наблюдая за всем этим делом, дьявол оставляет себе человека и людей, через которые бы обольщил больше, больше, больше. Создает им благополучие, благоденствие и прочее, прочее, понимаете? А потом уже, когда он его использует полностью, свое дело он получит. Можно вот эти действия охарактеризовать местом Священного Писания, где сказано о том, что и бесы веруют, и трепещут. Здесь мы видим Какой трепет смысл? такой. Нет, я не думаю, что. Ни в коем Там о случае. другом Нет, говорится. Там там, о другом там говорится. трепет перед Богом. Да, Не имеет ничего общего. Это страх, Не... который бесы Значит, здесь испытывают. я вам скажу одно. Полная аналогия, полная, один к одному. То, что происходит на больших стадионах в современном мире посредством воздействия мощной техники, где страшные децибелы, где воздействие именно опять-таки на что? На чувство, на Внушение, нервную да. систему. И плюс того еще слова вводят современную молодежь во что? Значит, в такое состояние касаться, где впоследствии уже они, значит, проявляют агрессию, или, скажем, сексуальное самое, непосредственно там же на местах уже все это осуществляется, к этому все идет, вы понимаете? Не буду все эти называть, допустим, их делают маньяками. Ну да, когда эмоции распущены. А здесь это религиозное маньячество. Самое натуральное религиозное Но в маньячество. В начале служения там было сказано, мы празднуем победу практическую, а потом этот, ну я ведущий, называю там, лидер. Ведущий, да, да, будем, раз вам не нравится служитель, он говорит оператору. Саша, добавьте мониторы, пожалуйста. Добавь мощи, мощи, потому что нужно отключить полностью разум. Если еще кто-то разумный, да, нужно его отключить полностью. Я уверен, что там многих присутствующих попались просто туда, просто их втянули. Я уверен, что многие трепещут. Я уверен, что некоторые просто стоят и в ожидании, там их не взял. Да, да, есть и серьезные, вижу, есть и серьезные. Так что одно дело обольщение, но другое дело они не отдались полностью. Они не отдались. Над вот этим это просто поработали хорошо. Прошлом три, году, три дня прошлом, поработали. Не прошлом, только это. Да. Они и согласились. К нам в церковь. К нам в город приезжал Ли Чусок. Это церковь Мелхиседек. И я был на этом служении. Мы вели там видеосъемку. Хотя нам тоже запрещали вести видеосъемку. И вы знаете, вот пастор этой церкви очень интересно молился. Изгоняем дух всякого контроля. В церкви они изгоняют дух всякого контроля, вот, понимаете? Пожалуйста. Чтобы другие люди не контролировали ситуацию. Да. И к нам подошел один из служителей, так, уберите камеры, снимать нельзя. Да. Вот Почему так. снимать нельзя? У вас какие-то секреты здесь? Угу. Ты знаешь, что я ему говорю, что в Священном Писании написано, где дух Господень, там свобода. Свобода, да? Подразумевая о том, что да. если здесь секретов нет, вот снимать вам нельзя.
Вот только там наши кинооператоры будут. Потому что они не хотят, чтобы потом их анализировали. Вот анализировали, как вот этот случай. Это скажу вам, я хочу вас поздравить, братья, за то, что вы проявили мужество и за то, что вы это делаете. Кстати, я жаждал давно, простите за такое нескромное слово, чтобы когда-либо кто-то заговорил открыто, чтобы перестали пугаться. Я не сильно буду затрагивать ту тему, которую вы хотите. Не надо. Я думаю, не стоит сейчас вот здесь говорить об этом. Это отдельная тема, отдельный вопрос, который можно было бы сказать, что нужно делать. Нужно делать и родителям, в первую очередь. Вчера мне, кажется, отвечал на этот вопрос в отношении того, чтобы восстановить скинию у себя дома. Скинию собрания – это правильные взаимоотношения между отцом и сыном. И если нарушены вот эти взаимоотношения, чисто простые, дружеские отношения, они ищут. Эти молодые ребята просто ищут себе друзей. Да. Они находят. Вы понимаете, где проблема? Так что не пасторы только виновны. Виновны все мы в этом. Виновны, потому что мы потеряли своих детей, потому что мы гнались, знаете за что? Не буду сейчас говорить. Мы думали, им докажем, что вот тебе сын, я тебе скажу, так, я воспитал, я обучил, вот тебе и машина, вот тебе и это, вот тебе и это. Вот. А я как папа сделал с своей стороны все. А он говорит, ну а где же дружеские отношения? Вот это близкое отношение. Я более чем уверен, что все эти дети, это дети, которые лишились, в первую очередь, не просто родительского попечения, а родительского дружеского отношения. И они нуждаются в чем-то, чтобы кто-то, опять-таки, комплексной полноценности. Да. Именно в процессе развития им так много не доставало в жизни. И тут момент, идет источник, выливается, бери сколько хочешь. Вы понимаете, вот и вся ситуация. Иван Иванович, у меня есть тогда такой вопрос. То есть мы как бы, в принципе, здесь мы согласились, я думаю. Вопрос у меня такой. Если реальная нужда, вот вы сейчас сами об этом сказали, если реальная нужда, эмоциональная нужда служить Богу, чтобы эмоции были вовлечены. Обязательно. Понимаете, почему? Потому что надо как бы показать эту сторону тоже. Потому что люди могут задавать себе вопрос. Да? Ну, вот, например, вот если мы хотим сегодня, вот молодой человек сегодня, например, да, он не хочет становиться духовным наркоманом, но тем не менее он хочет, чтобы его эмоции служили Богу. Да, аминь. Да, не только его разум. То есть как это он может сделать, практически? Отвечаю. Значит, я сожалею, что все-таки не удалось провести тот семинар, который фактически планировал. Может быть, в будущем это получится. В одной только церкви начал говорить о значении чувств и эмоций. Угу. Что они не случайны в нас, вообще как личности. Угу. Что человек не только нуждается в хорошем настроении, да, но человек нуждается еще, чтобы подарить, реализовать. И у меня есть серия бесед в отношении чувств и эмоций. Что такое чувство, что такое эмоции. Даже когда-то написал реферат моему доктору по психологии, который попросил, разрешите, пожалуйста, чтобы я написал свое понимание чисто с позиции теолога. Я очень рад, что вначале она, немножко отклонюсь, вначале она говорила себе, что она атеистка. После того, когда написал именно этот реферат и передал, она... просто закончила словами «Благослови тебя Бог, и мы хотим вместе с мужем, который тоже доктор, значит, увидеться, его ждет встреча, как я вернусь из Америки, чтобы побеседовать на эту тему, потому что именно интерпретацию о чувствах, именно с позиции богословия, нигде почти никто конкретно, особенно вот в мире, этом не понимает. Я сам являюсь жертвом не просто того, что я не мог это сделать, меня били по рукам». Значит, в те годы, в те времена, когда я попал в такую среду с мира, мне то и дело кричали, когда я говорю, выражаю свои эмоции Богу, братьям, сестрам, который является самый лучший букет жизненный, который действительно является средством передачи именно того внутреннего, самого лучшего, и для того, чтобы создать именно, атмосферу общения, да, меня били. Муровали, муровали, вы понимаете, вокруг меня, не дай Бог. А я сейчас держу себя тестиного здесь, в студии, дома у себя такой, во время проповеди такой. И слава Богу, что не поломали. Бескрайно счастлив. Почему? Сразу отвечаю. Мои чувства и мои эмоции подарены, в первую очередь, моей жене. Подарены, я говорю, из земли здесь, на земле. Моим детям. Они не лишены моих чувств и моих эмоций. Я нисколько не преувеличиваю. Но в первую очередь... Эти чувства, эти эмоции, как Давид, я их подарил Богу. Угу.
Более того, когда ты даришь Богу свои чувства, свои эмоции, это самое лучшее, ведь любовь-то это чувство. Когда ты даришь и исповедуешь Богу, что ты любишь Его, вот оттуда начинается именно другое, что любовь Его излилась в сердцах наших, а любовь харизмат. Это чувство. Тогда подождите, да, Иван Иванович. Есть момент, когда мы говорим в чистом смысле слова с греческого перевода, что такое харизма, аминь. Да, мы все харизма. Слава Богу. И слава Богу, что не лишен этого. Неверующий не харизмат, он неверующий. Он неверующий. Да. Это пассивный как в чистом смысле слова. Я, кстати, специально так сказал. Вопрос тогда. Как вот вы стали выражать, я когда слушал о том, что вот вы стали выражать свои эмоции, как вы в церкви, как тот хромой, которого исцелил Христос, да, и он стал прыгать в храме и скакать. Руки, это выражение эмоций. И вот то, что мы видели здесь рубить, в харизматическом громко, там, служении. Или молиться, да. Громко. Но это эмоции, они плескаются. Минуточку, друзья. Я ни разу не видел, что вы прыгали. А здесь смотрите, я не верил Богу, я не прыгал. Когда поверил, ноги болят, но я все равно прыгаю. Вы знаете, а я вот не видел, что вы знаете, я хочу вам сказать, что выражение чувств и эмоций – это не ходить на голове. Вы знаете, все-таки мы разумные существа. Вот он очень эмоциональный, мне очень приятно. Но он говорит он по иудейской своей традиции, он знает контроль. Помните, он знает контроль. То есть чувства наши должны быть управляемы, и эмоции управляемы. Все должно быть под контролем. И опять-таки все на первой позиции разум, а на втором уже чувства. Здесь есть опасность подмены, понимаете? Здесь вот есть опасность то, о чем мы говорим, да? Где эта грань вот этого контроля, где эта грань, когда контроль теряется. Отвечаю. У вас она или, так, или а у них чуть-чуть больше. Ничего подобного. Подавление, контроль. Личности. Как вот это, мне хотелось бы, чтобы мы это сказали, как проговорили это вслух. Когда контроль превращается в подавление. Вот как этот момент уловить? Естественно, это уже другая тема. Мне, конечно, с удовольствием. Я еще раз говорю, с удовольствием бы поделился, часами говорил бы о чувствах, схему показал бы, говорил бы именно о той полноценной личности, где псалмопевец говорит, что и будет как посаженное дерево при потоках, вот, более того, лист которого не вянет, более того, еще плод приносит. Вот та полноценная личность. Да. Сегодня, кстати, именно туда направляется все сила ада и религиозный дух для того, чтобы уничтожить. Разрушить таких людей. Разрушить и сделать из них просто калеками. Да. После того, знаете, как сказать, после этой агрессии, демонической агрессии на их чувства, на их тело, на их нервную систему, это уже калеки. Да, следующий этап это депрессия. Из этого состояния следующее состояние это депрессия. Да. Поэтому всплеск или, можно сказать, знаете, выдавливание этих эмоций, да, есть выдавленное, принудительное, значит, выдавливание, выжимание всех этих чувств, да, оно потом уже, оно истощает их до такой степени, потому что без контроля. Они не могут контролировать, другой выцеживает, потом они как тряпки в депрессию входят и на это все закончится. Да. А потом уже начинаются навязчивые мысли, потом уже... Дальше, все. Они как изнасилованные, простите, личности. На уровне духа, на уровне чувства, они уже все. Именно тогда, когда наши больные попадают под влияние недобросовестных представителей каких-то религиозных направлений, под влияние людей, которые могут использовать наших больных в своих не всегда благовидных целях. Да, наши больные внушаем. Среди наших больных есть такие больные. Наши больные могут быть подвержены воздействию словесному сильных личностей. Если эти сильные личности, как они говорят, служат Богу или являются служителями церкви, а направленность их работы, их деятельности не всегда приносит пользу нашим больным. Почему? Потому что именно наши больные подвержены внушению и могут совершать неблаговидные поступки. Вот этот молодой человек, можно сказать о том, что он эпилептически больной человек? Нет, я работал с людьми, не одними, чисто духовного происхождения, скажем, эпилепсия. Момент. Эпилепсия была чисто физиологическая. Значит, есть физиологическая, нет, есть и духовного.
это другое. Вот смотрите, да. Что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Это просто-напросто нечистый дух воспроизводит свое действие для того, чтобы проверить, насколько публика экзальтирован, насколько обманута. Пробудится кто-нибудь и осознает, что это преступление, не осознает. И у него огромнейшее удовольствие, что никто не понял. Mm-hmm. Вот так этот момент. Бог не силен его исцелить? Слушайте меня внимательно. Какова цель преследуется? Огромнейшее удовольствие нечистого духа, что он показывает всю свою мерзость, кто он на самом деле. Вот он себя самовыразил, понимаете? Он выразил себя уже не эмоциями, уже не чувствами, уже сделал его калекой. И опять настолько он просто, знаете, в этой ситуации, подобно как Шпировского это сделал. То есть, если он зацепил, если ввел их в состояние гипноза, то все, тьма. Понимаете? Тьма. То есть, там полностью завеса стоит, хозяин ситуации, и вот он сейчас себя видит, чувствует Богом. Вот теперь он наслаждается в этом. Нет, ну давайте все-таки скажем, есть ли из этого выход? Допустим, действительно, родители понимают. Это же другой вопрос. Мы хотели довести дело все-таки до конца. Был задан вопрос, что это? Я называю. Это одержимость, это не эпилепсия, это выражение демона и его самая кульминационная точка, что даже его не понимают, какой там Бог присутствует. Но здравомыслящие люди, которые там в зале есть, там же не будем все считать, что все там одержимые, да, все не в зале. Но не забывать... Они же понимают, что это ненормальное явление сейчас. Я же сказал, состояние обольщения, экзальтации, он не понимает, вы понимаете. Руководитель, лидер, может быть, не понимает. Понимает тоже. Раз он смеется, он не дает отчет, что происходит сейчас с этим молодым парнем. Я встречал таких спекулянтов, таких нечестивцев, которые делают все даже и сознательно. Вы не представляете себе. Да, это правда. Что, это можно приписать силе Божией? Ни в коем случае. Действию Духа Святого на личности вот этого молодого человека? У меня вопрос, простите, разве Кашпировский не понимал, что происходит с этой аудиторией? Он наслаждался. Своей властью. Я недавно видел документальный фильм, показывали в Болгарии. Значит, вы понимаете, я сожалею только, но если у меня будут средства когда-либо, я бы закупил этот ролик там, у них в студии, чтобы показать, значит, одинаковое поведение этих же самых, которые кидают, бросают, которые только коснулись. И он опрокинул. Вот Кашпировский делал на стадионах один к одному. Более того, те уже не держали. Это сейчас у нас научились придерживать, не дай бог, просто болит же, да? А тот опрокидывал прямо на стадионе беговой дорожке. Подходит так и так. Один к одному. Повалил их всех на землю. И один тот же дух. Одно и то же действие. Но могут сказать они такое возражение. Тогда вот что вы ответите на это? Они могут сказать... Но у дьявола всегда есть копия на то, что делает Бог. Если посмотреть на это как на то, что дьявол просто копирует Божьи действия, а Бог может тоже это делать. Хорошо, у меня будет такой ответ ближе к делу по практике. Uh-huh. Если вам кажется, что здесь я просто-напросто кидаюсь пустыми словами, нет, просто теоретически, да? Если бы я не испытывал этот дух, вот их дух, да? То тогда действительно можно было сказать, ну тут непонятно, можно разобраться, то или так, понимаете? Uh-huh. Но когда мне приходилось не раз испытывать этот дух, когда он проявлялся, и то же самое религиозный, когда приходилось с властью именем Иисуса Христа запрещать и изгонять, и человек освобождался, простите меня, тут уже... Но это ваш опыт, то есть это те люди, которые вам попадались. Может ли быть такое... Но я сейчас говорю опять теоретически. Прошу прощения. Может ли быть такое, что есть такие люди, которые вот такое вот поведение, но они не демонизированы? Приведу пример. Если вот чисто, например, представим себе, что человек не демонизирован. Но да? В Библии есть такой пример. Ну, мы вообще здесь мы говорим о нашей практике. Библейские примеры мы можем привести, но примеры там, как правило, есть. Брат, я прошу прощения. Я хочу просто договорить. Хочу договорить один момент. Да? Представим себе такую ситуацию, что человек неодержимый, но сильно расстроена нервная система. Сильно экзальтирована. Разные вещи. Да, я как раз хочу об этом сказать. Если говорить о медицине, я бы сказал. Он может какие-то вот такие симптомы конечно, показывать. Конечно. Почему я говорю? Потому что если мы говорим, что сразу демонизированы, то как бы мы... Ну, всех подано. Да, ни в коем случае, братья. Да, мы не имеем времени для того, чтобы раскрыть всю деталь. Это же для этого я и приехал сюда семинар. Я для этого семинар проводил здесь для того, чтобы сделать четкую ясную границу между чем? Между проявлениями, когда человек просто физиологически больной, так?
То есть у него нарушена нервная система, скажем, или это олигофрения, да, или, скажем, он болел менингитом, нарушение нервной системы, может, поведение, сверхчувствительная нервная может система. Быть и через, понимаете, да. Конвульсии, да. Они могут быть источником именно конвульсии, да, естественно, это разное, да. Но видите, тогда среда другая, брат. Среда другая. Мы говорим о среде. Мы говорим о пути. Мы говорим о войне, которая довела их до этого состояния. Так что давайте разграничимся. Да, мы не говорим на все и на вся. Так что это уже другая тема, другая часть. То есть есть приобретенное, понимаете, врожденное состояние, когда люди действительно испытывают это. Есть приобретенное через болезнь, физиологическую травму головы или все прочее. Мы видим это. Это нормально. Просто мы разумно. Естественно, это разные вещи. Жизнь. Да. А тут мы видим... Это совершенно другая категория. Ну, сразу вопрос возникает, да. как различать вот именно Дух Божий, а Духа бесовского? Да, это, конечно, уже нужно проводить целый семинар. Давайте попробуем так все-таки разобраться. Да, мы узнаем. Для меня, например, ну я из своей пасторской практики скажу, я имел дело с демонизированными людьми, но эффектного такого освобождения я никогда не видел, но видел постепенное освобождение. Когда человек через общение с Богом, через молитву, через просто свой путь, которым он шел, от него этот бес в конце концов уходил. То есть тот человек, который был... А разве это возможно, если ты тебя контролируешь? Постепенно, здесь? Да? Постепенно. Ну, так же, как постепенно контроль брали, так же постепенно, наверное, контроль можно и забирать. Я так думаю. С чьей-то помощью или как? Ну, конечно, Господь же работает. То есть человек в одном месте, в другом месте, там, где у него было поражение, он исцелил, в другом месте Господь его исцелил, и постепенно этот дух просто от него отошел. То есть, видимо, или он не полностью его контролировал, но человек был 100% демонизированный. Я в этом не сомневался. Вот. И вот я видел, как у него вот этот процесс освобождения происходил. Можно сейчас... скажу одно только? Здесь у вас, здесь. Я имя не назову, не буду говорить ничего, потому что не хотел бы, это конфиденциальное дело. Подходит человек, кто как не буду говорить, после очередного семинара, который я провел, говорит, у меня, говорит, язык я получил. Понимаете? Даже баптист. В смысле, иной язык? Иной язык. Угу. Баптист говорит, я молюсь, и начал говорить то-то-то-то-то, все супер. Да? Я начал говорить, как понять. Я начинаю перечислять все точки, которые я говорю, вот так нужно испытывать. О, окей, все есть, о, аллилуйя, все нормально, все нормально. Потом, если не было просто времени, это была ситуация такая, что было на ходу, можно сказать, да. Я говорю, хорошо, чтобы сильно долго не говорить, вы говорите, как испытывать. Я говорю, давай, я сейчас чисто с практической точки зрения. Как? Я говорю, начинай молиться. Он встал. Я говорю, начинай молиться языками. Хорошо, начал молиться. Начал молиться, и как обычно, для того, чтобы заговорить, нужно определенный эмоциональный настрой, нужно особое расположение. Значит, и нужно дать, предоставить возможность, чтобы вот там пошло. Я оставил, чтобы оно чуть-чуть только приподнялось, только чтобы начался этот процесс. И в это время, негромко, про себя только, не стал его просто приостанавливать, начал молиться. Дух нечистый, я запрещаю тебе проявляться. Я даже не сказал, потому что я увидел. Я даже не сказал, если ты нечистый. Я сказал, дух нечистый, запрещаю тебе говорить. И что вы думаете? Пару слов «ша» и ничего. «Ша» и ничего. «Ша». Потом, Господи, 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 а потом, ша, и я говорю, остановись. Я говорю, не получилось. Нет, не получилось. Я говорю, знаешь почему? Потому что, говорю, я повелел ему замолчать. Я говорю, теперь кто я? Русский Иван в лаптях? Простите меня, так скажу. Кто я? Сухой баптист. Но эмоциональный, слава Богу. Значит, да, мокрый. Мокрый от слез, потому что плача. Я когда увидел это, я плакал одно утро вместе с одним служителем и молился за них. Понимаете? Так вот, я сказал, в ком теперь Дух Святой? Кто я, чтобы я запрещал твоему Духу Святому? Ты же крещенный. Там же благодать, там же помазание. И знаете, таких примеров, это я только рассказываю вам здесь. А сколько мне приходилось работать так? Именно так работает, брат. Великое имя Христово, которое в нас. Иван Иванович, возникает опять вопрос. Опять к вам вопрос. Это хорошо, это нормально, значит, живая дискуссия. Слушатели говорят, что вы, возможно, по вашей речи, потому как вы говорите, вы очень эмоциональны, что у вас, возможно, тоже есть вот, способность говорить на иных языках. Говорю, и слава Богу. Вы это не говорю на болгарском, говорю на русском,
Более того, говорю на том языке Духа Святого, где Павел говорит «Авва, Отче», что Дух, который в нас, он даже конкретно говорит про речь, что когда мы получаем Духа Святого, мы говорим языком Духа Святого и говорим его языком «Авва, Отче», ни один не способен. Однако, смотрите, что я вкладываю здесь «Авва, Отче», дорогой Отец. Не просто кидать в сторону, как автомат калашника, тар-тар-тар-тар-тар-тар, но осознанно, глубоко, может быть, два слова, но «Отче мой». Вот эта близость, которая в одном месте я говорил о значении, о понимании, об отождествлении себя с Отцом. Понимаете? Так что это разные вещи. В двух словах, но вкладываешь содержимое. Смысл. Но это отдельная длинная тема. Сегодня, да. Вот мы все это просмотрели, как бы порассуждали. Как сегодня помочь, если нас смотрят вот те ребята, которые попали вот, я бы сказал, в эту церковь или в эту обстановку. Да. Сегодня как, это не церковь. Как мы им можем помочь сегодня, если по они нас смотрят? По привычке мы называем церковь служителей. Но нет, это не церковь служителей. Да. Я хочу, можно я с твоей стороны пожалуйста. Немножко скажу? Мой опыт, да, то, что работает, то, что мне кажется, работает лучше всего. Может быть, потому что я сам через голову многие вещи пропускаю. Может быть, поэтому. Но мне кажется, что то, когда работает в нас, то результат этой работы – это изменение характера. Почему вот Писание показывает, говорит, что узнавайте Духа не по дарам, а по плодам. По плодам, да. Никогда не говорится «узнавайте по дарам». Это другое немножко уже нововведение теологическое. Тема, да. Это теологическое нововведение. В Писании написано очень четко. Узнавайте по плодам. А какой плод Духа? Плод же Духа есть. Что? Кротость, мир, доброта, да, любовь, долготерпение. Да. И последнее. Воздержание. На слово воздержание плохой перевод греческого слова. Греческое слово на английский переводится как self-control. Самоконтроль. Интересно. Еще раз повторим. Один из греческий плодов, перевод на английский язык. Греческий перевод на английский переводится как самоконтроль. Но греческое слово значит контроль над собой. Один из плодов Святого Духа – это контроль над собой. Очень интересно. Это очень важная мысль, ты сказал. Сегодняшняя программа даже. Да. Егор, но они уже оказались в этой ситуации. Вот смотрят нас такие парни. Что мы им можем сегодня сказать, значит, помочь вот в этой сказать, ситуации? Что они должны... Приходите в наши баптистские церкви, у нас группа прославления. Я думаю, что прежде всего, что им нужно сделать, прежде всего... Уже есть в некоторых. Искать помощи, поддержки. Вот, может быть, чтобы кто-то за них молился. Кто-то из тех, кто не находится в этом обольщении. Чтобы молились за них, чтобы у них начался процесс исцеления. Самим просить об исцелении. Потому что Господь милостивый. Я знаю, что Господь, даже когда уже у человека все разрушено, да. Господь может восстановить. И может даже восстановить нервную систему. Это, конечно, очень серьезная работа. Да, но в течение многих лет это может произойти. И я думаю, что Бог хочет сделать, и я убежден в этом, Он хочет перестроить характер человека. То есть эти люди должны понять, что настоящая перемена, то есть нету, quick fix нет у Бога. У Бога нету быстрого решения проблемы. Да. И легкого. И легкого. Его путь – это путь узкий и путь непростой. Это путь... Когда нужно уловлять, как написано, всякую мысль послушания Христова. Да, это путь преобразования характера, это путь преобразования жизни. И это есть настоящее хождение с Богом, это есть настоящий путь Божий. А просто пойти подергаться, это чисто вот, ну как, это развлечение. Это развлечение для человека, для его эмоций, для его самое развлечение, за которое надо платить очень дорогую цену. Потому что в результате это превращается потом уже в зависимости и всякого рода нехорошие вещи. Да, то есть надо уходить, то есть покаяться в том, что впал в зависимость, впал в эту наркоманию. И попросить у Бога, чтобы начался процесс вот этого восстановления. И искать этого восстановления. Искать изменения характера. Искать ревновать. Вот ревновать о дарах, ревновать о плодах. И я хочу сказать, что одну вещь, которую мы должны понимать, что во многом в том, что есть это движение, во многом в этом вина традиционных церквей тоже. Мы должны это понимать. Если бы традиционные церкви делали то, так называемые традиционные церкви делали то, что они должны делать, этого не было бы нужды в этом во всем. Или эта нужда была бы гораздо меньше. То, что сегодня столько людей, столько молодежи туда идут, говорит только о том, что церковь не исполнила свою задачу так, как нужно.
И поэтому открылось место для... Ты имеешь в виду, что слишком консервативная церковь, и на корню сегодня пресекает любые такие попытки проявления, да? Дьявол нашел другое обольщение для церкви. Обольщение всегда, у дьявола всегда есть две стороны обольщения. Он бьет сначала в одну точку, потом, если не получается, бьет в другую. Он... А скорее всего обратно. Да. Бьет специально в одну точку, чтобы получилось, сработала другая. Да, да. Вот одну крайность оправдывает другую. И это его маневр всегда. То есть для консервативной церкви какое обольщение? Это все, значит, все, что с этим связано, любое проявление эмоций в церкви, любое какая-то... Харизматия. Да, харизматия, все, это плохо. Опять же, это хорошее слово. Да, да, то есть как бы уже сразу начинается страх перед этим всем, этого не допустить, этого нельзя, будем консервироваться и сохранять себя. Так подожди, Егор, тогда что, вседозволенность? И тогда молодежь пойдет? Нет, вседозволенности быть не может, потому что вседозволенность это антиплод Духа Святого. Плод Духа Святого – самоконтроль. Да? То есть это не дух контроля, как они говорят, а самоконтроль – это большая разница. Это не то, что меня кто-то контролирует и посадит меня на место, а то, что Господь во мне работает. Мы собрали же индивидуумы, верующие. Господь во мне работает, и Господь меня останавливает. То есть я останавливаюсь сам. Мне не нужно для этого, я не знаю, чтобы меня кто-то посадил, насмотрщик, кто бы надо мной стоял. Да. У меня внутри Дух Святой работает, и Дух Святой мне говорит, замолчи. Вот интересно, я спорил с одним тоже братом, с харизматом, он говорит, что вот, значит, Дух говорит, а я говорю, а тебе Дух когда-нибудь говорит помолчать? Он так на меня посмотрел удивленно, он вообще такого никогда не слышал. Я говорю, вот ты подумай об этом. Почему Дух никогда не говорит помолчать? Дух всегда... Дух же Божий может сказать все, что хочет. И я говорю, тебе он не говорит, а мне Господь иногда говорит, помолчи, сядь, подумай, помолись, просто побудь в тишине. Это лучше, чем ты 10 тысяч слов скажешь, как апостол Павел говорит, да? Что лучше я скажу несколько слов разумных, да, чем много-много слов на незнакомом языке. Хорошо, это звучит интересно, это проявление, это у людей, знаете, как сенсация и страсть к интересному. Это интересно, но практически что это значит? Что это значит практически? А для меня самое сильное свидетельство присутствия Духа Божия – это изменение характера человека. Преобразование. Это номер преобразования характера. Если характер изменяется, значит, я вижу, что Господь работает в человеке. Независимо от того, как он... Не, на сегодня молодежь, когда я спрашиваю, почему вы перешли вот из этой церкви, то, ну, вот там то нельзя, а там можно. Вот. Но это, сегодня, это оправдание грехов. Ну да, но сегодня Егор приглашает, что многое, что мы не делаем в наших церквях, поэтому они идут туда. Да, да. Да, поэтому надо то, что не противоречит Писанию. Вот и это то, самое. Что, и то, что служит к назиданию, чтобы это практиковалось, чтобы это было. Но проблема в том, что когда что противоречит Писанию, что не противоречит, то есть что служит к назиданию, что не служит, это вопрос тоже личного как бы мнения. И проблема, кстати, вопрос толкования. И у каждой церкви свое толкование. И церковь может сказать, братья могут сказать, это не служит к назиданию. А на каком основании, собственно, мы так решили? Ну, потому что это выглядит неправильно. Ну, а как оно должно выглядеть? Некультурно. Кто определяет, где правильно, а где неправильно? Кто решает это? Библия. Да. Слово Божие. Да, но Слово Божие, как это самое, это такая шутка есть, да? Слово Божие все читают, но у каждого оно получается говорить немножко разные вещи. Нет, окей. Мы примешиваем свое толкование, мы не замечаем, брат, когда мы примешиваем свое толкование к значению Слова Божия. Потому что не докопались до смысла до конца, выбрали то, что нам нравится, так, и на этом построили все наше богословие. Тоже, мне кажется, неправильно. Хорошо, Егор, что можно свое какое-то богословие построить на 11 главе Матфея, 28 стихи, начиная с 28 и по 30 стихи, где Христос говорит, все труждающиеся и обремененные, и я... Успокою вас. Успокою. Не научу прыгать, не скакать, не плясать. Не смотрите на того Давида. Давид прыгал. Нет. Это неправда. Я успокою. Подожди, Николай, Егор. Да. Я успокою вас. Потом что дальше Христос предлагает? Это мое богословие. Это для меня аксиома Евангелия. Да. Вот, если мы христиане, мы должны четко знать это место, исполнять. И как можно по-другому? Придите, я успокою. Возьмите иго мое на себя. Научитесь от меня. Чему? Да. Кротости и смирению. А потом что Христос говорит? Да. А потом идите и научите все. Чему научить? Да. Кротости и смирению. Через все Священное Писание смирение, благоговение. Правильно? Согласен. Господь через Исаию, помнишь, как говорит? На кого я презираю?
На прыгающих, на скачущих, на пляшущих. Далеко не так. Пришли в Дом Божий. Соблюдайте субординацию перед Богом, правильно? Извини, Егор, сейчас я закончу свою мысль. Я был в скандинавских странах, во многих, в некоторых. Наши славяне, я когда прихожу в наши церкви, я поражаюсь. Куда я попал? Да это же базар. Люди, да вы не читаете Слово Божие. Господь через Софонию говорит, умолкни пред лицом Господа. Да. Мы пришли в Дом Божий. Это если бы я был пастором, я бы так учил народ. Братья и сестры, куда мы пришли? Мы на Рузвилл пришли, мы в Галт приехали, мы пришли в Дом Божий. И здесь нам важно исполнять вот это место Писания, где сказано, умолкни пред лицом Господом вся земля. А. Мы пришли в Дом Божий, всем рот на замок надо. Почему? Потому что Дух Святой, он действует в тишине. А не когда, ну ты что, Егор, ты машину выиграл, ты что? Да, вот что там, много работы? Да не, надо немножко на фрейме потянуть, там правое крыло там. Игорек, привет, ты уже покрасил свою машину? Извини, куда мы пришли? Не, ну это другой разговор. Понимаешь, брат Николай, вот как раз здесь я тебе докажу сейчас, что это твое толкование только. А не Писание, да? Не Христос говорит, я успокоил вас. Это Николай говорит. Это Николай говорит. Николай толкует эти слова. Интерпретирует слова. Николай интерпретирует эти слова. Как слова Христа, да? Да. И как Николай их интерпретирует? Он неплохо их интерпретирует. Но эта интерпретация, она односторонняя. Смотри, как получается. Ты говоришь, что... можно я на ты буду? Конечно, да, да. Да. Ты говоришь, что вот он говорит, я успокою вас. Но о каком успокоении идет речь? Речь идет о успокоении. Успокой – это когда человек смирно сидит. Или покой, это когда у него в душе покой. Или спит полностью. Мир, ты понимаешь? Да. Мир мой даю я вам, не так, как мир дает, я даю. Понимаешь, есть много других мест, где говорится, кто вошел, кто упокоился от всех дел своих и так далее. Поэтому здесь, видишь, как интересно, да? Ты вроде правильно все сказал, ты же Слово Божие говоришь. И я Слово Божие говорю. Но видишь, немножечко ты свой темперамент, свое толкование вкладываешь в это слово. И я могу делать то же самое. Сегодня мы просмотрели вот это, вот я это бы сказал, боль неприятное. Сегодня это болит меня. Я смотрю и каждый раз думаю, не дай Бог мой сын оказался в этой ситуации. Я видел, как он там лежит. Да. Сегодня как помочь вот этим ребятам, спасибо, которые попали в эту ситуацию. Спасибо, что вы возвращаете нас, извините, братья, именно к теме, потому что то, о чем мы рассуждали, это хорошо и приятно, но это другая часть. Для этих молодых ребят, попавшихся там, их, они скажут, мы уже все это наслышались. Простите меня откровенно, просто так скажу, мы же специально для этого собрались. Суть, я думаю, что даже не стоит в том, какую форму мы изберем, как служение в церкви. Я думаю, что опять-таки нужно возвратиться к самому главному. Какие виды служения у нас есть? И одно из самых отсталых – это вопрос душепопечительства. Некоторые даже мне задали вопрос, это новое. Я говорю, ничего нового. Mm-hmm. Это заброшенное, оставленное, пренебреженное. Да, и здесь вся проблема в одном. Вот эти молодые ребята, они искали внимания. Они нуждались в настоящих руководителях. Они нуждались в наставниках, они нуждались в друзьях, они нуждались, даю вам 100% гарантию, и простите, не 110. Если бы этим детям, которым мы говорим, что это эмоции, что они нуждаются прийти в церковь, потому что эмоции, не в этом суть дела, они нуждаются во внимании. Если бы этим детям родители уделили то внимание эмоциональное, и дали им возможность в доме, на другом месте, чтобы они порезвились, чтобы они побегали, чтобы они эмоционально разгрузились. Развивались, понимаете? Не туркалив, пошли, давай, побежали, ты как молчи, согрешил, тихо, молчи, сиди. Тихо, не дай Бог, я же пастор, ты меня позоришь на улице, не дай Бог, мяч возьмешь. Сегодня беседовал с одним молодым человеком, я ему говорю, ты спортом занимаешься? Он говорит, не, мама, как только услышит спорт и все. Я говорю, что? Вы понимаете, о чем речь идет? Ну, я не хочу говорить сейчас, давать эти все объяснения. Вы понимаете, докуда мы дошли? Говорит, так слышит спорт, все. Я говорю, слушай, ты мужчина, ты должен развиваться. Ты должен быть физически здоровым. Вы понимаете? И вот мы навели порядок и у себя дома. Тут нельзя, тут нельзя, тут нельзя.
И тогда уже вот этот недостаток, еще раз говорю, комплекс неполноценности, что ребенок никогда не смог выразить себя, не успел выразить свои эмоции, выразить свои чувства, он не успел поиграть, он не успел разрядить свои, вы понимаете, свою энергию. Там, где ему позволено и должно быть позволено. Естественно, в дома нельзя, в баптистской церкви нельзя. Куда пойду? Вот там можно покричать, поплясать. Вот здорово. И тогда уже он отпускается, и тогда, чтобы не чувствовать себя неполноценным, он видит среду, он видит ситуацию, он видит, что все так, и тогда и он так. Наконец-то нашел, где себя реализовать. Ну, то теперь он уже растормаживает свое сознание, да? Растормаживает свое сознание. Да. То есть были какие-то границы. Выплескает энергии. И наконец-то он нашел среду. И поэтому они говорят, там здорово, там хорошо, и там пойду. Возвращаются, говорит, во! То, что надо. Обидно за таких родителей, обидно за такие церкви. Почему? Потому что мы законсервировали, если уже уж консервировали, законсервировали все. А потом эта банка все набрав, скисает, бамс, срывается. А в отношении уже что можно предложить родителям и детям? Возвращаясь к одному. Нужно организовывать семинары по душепопечительству. И не только душепопечительство, которое обычно толстые вот такие книги, там зачитаешься и забудешься, и все на таком поверхностном эмоциональном уровне, чтобы брата обнять, чтобы поцеловать, чтобы помолиться, и сказать, что все будет хорошо, Господь тебя любит, иди, брат. Знаете, это такое парфюмерия. Да. Понимаете? Фарисейство, так сказать. Нет, не хочу так называть. Нет. Но это парфюмерия. Ну, если это не искренне. Для... Давайте не будем называть. Ну, это парфюмерия для гангрены. Вы понимаете, это же называли лекарством парфюмерия для гангрены. У человека внутри душа, вы понимаете, разрывается. Есть такое слово, внутриличностный конфликт. Он не нашел себя, он не реализовал себя, он не знает себя. Кто ему поможет? Где он может найти себя? Да, да. А Павел, кстати, если уже говорить про Библию, и именно слово семинар у меня есть довольно-таки, думаю, что Бог дал конкретно найти опять-таки цель, куда нужно и нужно вести и церковь, и это самое, и молодежь. Павел говорит, чтобы найти себя в нем. Мы все собирательные образы. Нужно, значит, заниматься теми семинарами, которые бы раскрыли глубины, и из этих, этого источника раскрыть ту истину, которая бы удовлетворила и эмоционально человека, и душевно, то есть чувствами, а в первую очередь сознание, а Давид говорит так, и возрадуются и кости мои. Понимаете? Когда оно исходит изнутри, но это нужно заняться душепопечительской работой. Первое, это значит создать здоровую атмосферу для молодежи, для того, чтобы действительно они могли найти себя в этой церкви, найти себя, более всего реализовать себя. Не так когда-то делалось, сейчас делать. Ты сиди там, поучись посидеть, молчать, а потом мы еще посмотрим, поставить тебя на кафедру или там еще чего-то. Это все наши ошибки, которые нужно признать. Поэтому мы не имеем пасторов, не имеем... Извините, не только не у меня, простите, я немножко здесь уже разграничусь, потому что у меня очень много молодых людей, которые работают, но это чтобы не получилось как хвастовство, но свидетельствует, что я разграничиваюсь от такой тактики, методики именно церковной жизни. Более того, уже те для пойманных подготовить людей, я уже вижу, кто этим занимался, занимается, дополнительно поделиться, пройти семинар, не бояться. Консультантов помочь. Да. И практически я лично, простите, вот видите, какой страшный герой, в кавычках, значит, смеюсь так, шучу с собой. Я лично готов быть подвергнутым такому даже испытанию, чтобы такой человек, который есть, в присутствии братьев, я уже не раз говорил, приехал сюда, я тоже думал, да, пожалуйста, как работать с таким человеком? Семинарчик, и тогда братья засучили рукава и пошли работать, и эти дети вернутся. Да. Единственное средство – это чтобы Бог пробудил тех священников, которые бы могли укротить гнев его. Боже и Боже. Тех Елиэзеров, которые бы взяли копье и пронзили бы беззаконие в саму суть сердца. Вот ситуация сегодняшнего дня. А вот предупреждение Павла, я думаю, что оно должно совершить свое действие. Послание Тимофею, 1 послание, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно, не какой-нибудь дух, но Дух Святой, конкретно это слова Павла. Дух Святой же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Не говорит по какой причине, в деталях. По причине, что форма, традиция, нетрадиция, консерватизм. Нет, друзья, все фактически мы можем дать внешнему проявлению много характеристик, но это не суть. Суть того, что мы живем в это время.
Суть в том, что мы ее не разгадали, не расшифровали, не разобрались, что враг работает. Отличили добро от зла. Да. И дальше говорит, что отступит, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Когда-то я думал, что духи обольстители, учение бесовское, это просто нам шептали на ухо, вы понимаете, и на этом все. Не только учение, но практика бесовская. Вот это чисто демоническая практика. Это чисто демонизм. Я со всей категоричностью заявляю, не говорю о том, что кто я такой, не в этом суть. Но может быть один, а может быть больше людей найдутся сказать истину. Это чистый демонизм. Это свидетельство последнего времени, в котором мы живем. И если уже мы читаем 25 главу о том, что был крик «Пробуждайтесь, Христос идет», я думаю, что это крик церкви. Это перчатка, брошенная церкви, рожденным свыше. Это вызов, брошенный нам, служителям. И не надо прятаться всякими объяснениями, всякими, извините, такими оправданиями и тому подобное. От этого мы перед Христом не оправдаемся. Я лично осознал, когда мне брошена была рукавица еще в Украине, я понял, время пришло и пошел. По сегодняшний день уже 20 лет, благодарю Бога, в посрамлении ни на минуту не был. Успехов, братья, это наше служение, это наши дети, а мы священники земли. Не моей, у меня все нормально, моя хата с краю, а всех. Поэтому строительный вопрос тут не в критике, а в зов. Именно призыв, это зов ко всем служителям, ко всем, кому не безразлично все, что происходит. Я не хочу поднимать там вопросы институции, субординации, не в этом суть. Если ты помазанник Божий, действительно помазанник Божий, оглянись и посмотри. Когда-то Моисей сказал так: кто Господень? Иди вперед. Почему я настолько был категоричен? Друзья, это боль сердца. Просто-напросто. Это боль. Потому что приходится с этим работать. Да. И это не просто проявление, выпячивание. Это не просто кулаком махать кому-то, угрожая кому-то. Друзья, это не так. Просто ситуация. И поэтому я хочу выразить благодарность в первую очередь вам за эту прекрасную дискуссию, которая осуществилась. И думаю, что бросит вызов. Мы должны действительно осознать, что этим самым мы бросаем вызов безразличным и равнодушным. Мы бросаем вызов тем, кто молится и кому тоже не безразлично, это молитвенникам. И чтобы, если уже говорить о чем молиться, молитесь о служителях, и чтобы Бог поднял тех, которые бы стали в проломе в последнее время. Стали в проломе за тех, за кого Христос умер, пролил свою кровь. И цель сатаны, чтобы все поручить, все осквернить, и придя на земле, чтобы он не нашел никого, кого нужно брать, чтобы не было восхищения. Вот цель. Так что нужно увидеть миссию, которую мы имеем перед Богом, и просто-напросто взять ответственность на себя и начинать ее осуществлять. Да, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, к сожалению, время нашей программы подходит к своему завершению, и то, что Иван Иванович сказал, действительно, это очень важно. Я думаю, что все сегодня смотрели и слушали нас, всех вот, присутствующих здесь, и то, что говорил Егор, и Николай, и Валентин. Я думаю, что каждый из вас имеет эти уши духовные, имеющие уши духовные слышать, да слышать, что Дух говорит церквям. Наблюдайте время, в котором вы живете. Да. Вы слушали, смотрели программу «В какое время?». На этом все. Мы прощаемся с вами. Желаем вам Божьих благословений. Оставайтесь в общении с Господом. До встречи. Я особисто знайомий з Сандеєм. Ми мали зустріч, і я в присутності багатьох пасторів міста Києва, Іванівських церков, просто просив, говорив, кричав до них, внутрішньо можна кричав: ви називаєтесь пасторами Іванівських церков, ось Євангелія, покажіть мені, де це є в Євангелії. Він, як людина така досить, я не боюсь цього слова сказати, хитра. І почав: Григор Іванович, ми молоді ще, ми то, ми готові прислухатись. Вони бажають любим способом тільки якогось признання. Тому діють ці мітинги і все, це також не є євангельський шлях. Це не та дорога для рішення питань. Моя порада всім харизматичним лідерам і всім церквам, які вважають себе, вернутися до Божого Слова.
змішанина світського із євангельським приводить до тої каламуті. Не звертається увага на речі біблійні. Є порушення доктринальні. І це приводить до тої непрозорості самого вчення. Я би не хотів критикувати, тому що це є неблагородна справа, але на підставі Біблії я розумію, коли Бог діє, Він діє на тіло, на душу і на дух. Якщо казати, що Бог дивиться тільки на серце, а зовні людина не відповідає християнським нормам, оце і мутна вода. Коли Ісус уже збоку, а вже увага йде на лідерів, вже увага йде на щось нове, на якісь інші, так би мовити, захоплюючі падіння і так далі. У Біблії нема написано. В Новому заповіті ніхто цим не займався. Ніхто не акцентував уваги. Людей вели до Ісуса і до Божого Слова.